Нужды мелиорации удовлетворять в первую очередь. Такую задачу ставит партия. Трубный завод в городе Волжском. В мае здесь начал выдавать плановую продукцию новый прокатный стан. Нынешние прокатчики своими руками собирали и отлаживали его. В первый же месяц они изготовили 650 труб большого диаметра. К концу года стройки мелиорации получат 30 тысяч тонн таких труб.